Федь с приездом. Помнишь, сколько сборной не вызывался? Честно говоря, нет. Как узнал о том, что вызван? По-моему, после тренировки подошел Игорь Дивеев, сказал, что уедем. Как эмоции? Рад вернуться? Да? Да, эмоции положительные, отличные. Надеюсь. Самое главное, чтобы без травм, а все остальное будет. С Валерием Георгиевичем уже общался, да? Нет, еще вот только приехал. Доволен тем, как ЦСКА начал сезон лично ты? Могли лучше, но ничего, работаем будет. Я думаю, что сделаем работу над ошибками и будем играть еще лучше. Ты про вчерашний матч, там вчера невезение больше или что? Ну, это футбол. Может случиться всякое, но мы должны такие игры доводить до победы. Игорь Дивеев вчера получил тяжелую травму. Как это случилось и что вообще вы ему сказали, что он сказал? Да, непростая история, потому что вроде выпрыгнул, просто приземлился и почувствовал, что у него там хрустнул, щелчок. Так, неприятная история. Вот. Конечно, мы ему все желаем здоровья и чтобы он скорее возвращался, будет еще сильнее. Тоже желаем здоровья, тебя без травм, с возвращением. Очень рады.